Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. У обладателя согласной «Л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. От душевного мятежа многие приходят к религии. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Сидеть на месте, медленно обдумывая планы решения – это не для них. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Чрезмерные гордыни носителей имени с буквой «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Носителю имени не придется заставлять трудиться. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Присутствие буквы «О» в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желание как можно полнее использовать свои способности и возможности. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. В отличие от других людей, этим людям нужно гораздо меньше времени на обдумывание. «И» – значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Для людей с этим именем характерна постоянная деятельность, любознательность. Они очень смелые и непредсказуемые. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.